Доброе утро, друзья. Сегодня я не знаю, как я буду дальше с ним работать, на самом деле. Правда, скажи, будь здоров. Будь здоров. Марина там кушать готовит. А я говорю, я пошел управляться. А он услышал. Куда? Ну, не надо закрывать. Давай курочки водички наливать. Идем? Иди сюда, иди. Бери бутылку, бери водичку, давай, пошли, неси, давай, туда неси. Не, водичка надо, бери водичку, да, сюда, давай, давай сюда, неси, будем кушать, наливать и пить. Вот сюда надо водичка, аккуратно, тут петрухи два бешеных, сейчас мы будем их лупить, если надо, да? Будете кидаться, получите люлей. Давай водичку, давай, давай водичку, неси. Неси водичку, неси. Давай сюда ее, давай. Неси, давай. Давай сюда, давай. Неси. Не понимают. Ну давай там наливать, давай. Давай тут нальем. Давай. Наливаем. Есть водички хотели, да? Вот так нальем, цыпи. Да, на. Сейчас нальем. Сейчас, хоть бы не разлить. Вот. Закрывай, да. Аккуратно, тут петрухи два злобные. Злобные люлей получат, если надо. Во. Ой, аккуратно, заходи. Заходи, получат люлей. Так, еще сегодня утро, никто ничего не снес. А где? А ну, а вот тут есть водичка? Заходи, заходи. Есть, тут все есть. Аккуратно, аккуратно. Кушают ням-ням, да? А гусочка? Где гусочка? Пошли посмотрим, где гусочка. Пошли. Сегодня только что уже сходили к этому, к уткам. На удивление, нет ни одного яйца. Я вчера говорил, что подкладу аккуратно. Гусочка, не ходи. Подкладу яйцо утки, которая сидит коричневая. А они ничего не снесли. Ну, на самом деле, можно и завтрашнее подложить, потому что вывод растянется на один день. Ничего страшного. Утята посидят один день сами. Ну, как сами? Заберу, а через день верну. Да? Где курочка? А чё ты меня закрываешь? Иди сюда. Заходи ко мне. Артём, заходи, 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 заходи. Есть курочка? Есть курочка, да? Вот такая курочка хороша. Иди погладь курочку, иди погладь. Хороша, вот такая хороша. И еще другую погладь, погладь. Вот такой молодец. Хороша курочка. И еще есть, да? Ой, какая хорошая курочка, да? Ой, кушай, де ням-ням курочка? О, там ням-ням, а де водичку п'ють? Водичка де п'ють? О, тут п'ють водичку, да? О, там водичку п'ють. Молодці, да? От такі курочки. Не трогай. Начали нестись, то одно яйцо, то два яйца в день. В общем, собираем. Кушают там ам-ам, тоже все повыгребали, да? Порассыпали все. Да, кушать там порассыпали. Да, вот такая курочка плохая, а вот хорошая. Хорошая курочка, да? Хорошая. А это вот эта инвалидка. Ни туда, ни сюда. Хорошая. Не уходи. Ты погладил курочку, да? О,
молодец, погладил. Топ-топ-топ. Кушают там, да? Ам-ам. А пошли до других курочек, пошли. Пошли, сходим до других. Пошли. Давай, закрывай дверь, закрывай, чтобы не убежали. Закрывай. Закрывай дверь. Не-не, вот так, нет, отсюда вот так закрывай. Во. Молодец. Закрываем, все. Все, есть, закрыли. А вот сюда идем. Идем, вот тут еще есть курочка. Вот. Ей, заходи. Смотри. Вот, глянь. Не, там не надо, у них есть водичка. Посмотри. Есть водичка у них, видишь? Да, есть. И кушать есть. Ой, ко-ко-ко. Какой Петрушка хороший. Ой, как кричит. Кричит. Не понравилось. Ругается, да? Скажи, ну-ну, курочка. Скажи, ну-ну. Да петушок. Погладь. Вот этого погладь. Погладь, погладь. Тут заорал, забоялся. Не хочет он его гладить. Скажи, это не свинюшка. Свиней не боится. Давай, заходи туда. Сюда. А тут есть курочки? А ну, давай открывать двери. Ой, какие красивые тут курочки. Красивые какие, да? Есть? Так, этот Петруха не бьется. Этот добрый, так что... Тут я не переживаю, так за падуанов больше переживаю, потому что он это... О, кстати, одна снеслась, вот. Да? Где ам-ам? Есть ам-ам? Ам-ам? Кушают, да? А водичка где? Где водичка? Вот там водичка у них, да? А ципа, глянь, сколько ципа, смотри. Где ципа? Аккуратно. Яичко снесли, да? Давай папе, давай мне. Аккуратно, давай. Давай мне. Ой, спасибо, хороший. Снесли, да? Аккуратно. Не рассыпай. Нет, не надо рассыпать. Курочка будет кушать. Вон, смотри, сколько типы. Видишь, сколько типы позалазило наверх? Где типа? Эй! Ты что, уже уходишь? А вон типа, смотри, маленькая. Скажи, тут мне интересно, да? Скажи, вот с поросятами было интереснее. Ну, сейчас она, Марина у меня его заберет, она сейчас там суп доварит. О, как кукареку сказал, да? Вот так кукареку сказал. Качелька, кач, кач. Кач, кач. Ну, вот такие дела. Ой, такая хорошая. Хорошая Найда, погладь. Ой, такая Найда хорошая девочка, да? Погладь Найду, погладь. Погладь Найду, хорошая девочка, погладь. Погладь Найду, ну погладь. Ой-ой-ой, погладь. Погладь Найду, Артём. Погладь, хорошая, хорошая девочка. Водички надо уточкам долить. Уточки, да? Что-то забастовали они сегодня. Все, сейчас им травы еще кинем. И все. И пусть себе занимаются, чем хотят, да? Идем траву будем рвать. Идем? Идем. Вот так давай рвать. Иди. Вот так рви. Сюда, в ведро. Давай, рви. Рви траву. А, ну, давай, рви. Рви, молодец. Давай. Рви. Рви. И сюда клади. Рви. Молодец. Давай, уточки. Молодец, помощничек папы. Вот так помогал папе, да? Давай. Здрасте. Давай. До нас соседка пришла. Мы чуть-чуть на паузу нажали. Рви травку. Давай.
Давай, рви кроли. Давай. Ой, кроликом. Сначала уткам нарвем. Давай, рви. Давай, рви, молодец. Соседка пришла. На нее смотрит и текать. Давай. Не любит к новым людям ходить. Молодец, молодец. Рви, еще рви. Все, ушла. Ушла бабушка Ася. Молодец. Пошли уточки кушать. Давай, пошли. Пошли. Давай, давай. Молодец, рви. Вот сюда. Ложи в ведро. Оп, надо смотреть, куда ты ложишь. Что там? Ам-ням-ням. Пошли уточки давать. Пошли? Пошли уточки дадим. Траву. Идем, идем. Идем, неваляшка моя, идем. Давай. Вот так. Иди сюда, иди. Утки ему неинтересны. Артем, кидай траву, кидай. О, давай, уточки, кидай. Молодец. Кидай, кидай. Будешь кидать, они будут кушать. Ам-ам будут. Давай еще сюда заходи. Давай, кидай. Давай, кидай уточки. Кидай. Молодец, молодец, пусть кушают. Молодец, давай всех корми. Нарвал, покормил всех, да? Уточки любят травку. Смотри, какие молодцы. Вот так. Вот так, ушел в работу головой. Я аж закрепил тот комментарий. На самом деле, написали, опилок накидал на голову, ушел в работу с головой. Так и есть. Давай кушать. Ам-ам, уточки, да? Давай, уточки, ам-ам. Вот так, молодец. Они все скушают, да? Там нету. Сюда давай. Давай сюда, уточки. Давай. Давай. Вот так, пусть кушают. Мне тут один селезень не нравится, поэтому я подсадил четвертого. Я как бы визуально, они вроде все одинаковые, но вот что-то у него клюв какой-то такой сильно яркий. Не яркий, а такой аж бордовый какой-то, я не знаю. То есть если у них, видите, такие, все высыпал. И я подсадил к ним четвертого, он где-то там внутри в сарае. Так что, а того вообще надо выкинуть, потому что он какой-то, может, немножко ослаб, и, ну, как бы иерархия тут выстроилась, и, может, его кто-то побил или еще что-то. Ну и я не видел драки на самом деле, я тут стараюсь за ними следить, но полностью ж не уследишь, я ж не стою возле них круглосуточно. Ну и вот так все гоняют, поэтому, вероятно, что его просто изгнали из стада. Он пьет, кушает, это я точно видел. Но такой он шуганый. Вот такие вот дела. Ну, как-то так, друзья. Вот, получается, вот этот хороший, вот хороший и вот хороший. А этот, нужно его убрать из стада. Тут троих точно. Вот видите, это как вот этот, скорее всего, тут самый борзый. Вот этот самый грязный и самый борзый. А вот этот шуганый, они его гоняют. Надо будет его отсюда выгнать. Ну, как-то так, друзья. Все, Артему тут не нравится. Он хочет до свинюшек. Всем большое спасибо за просмотр. Ванюшка вот пришел. Всем привет. Знаете, что мне говорит Ванюшка? Пошли полоть огород. Ой, мне нравится. Мне нравится, что он мне сам это говорит. Все, ты покормил уточку, да? Молодец. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.